Итак, друзья, специально сейчас отключаю пульт Mi Box S, чтобы подключить, как его показать, как его подключить. Зажимаю две кнопки, вот так вот здесь на пульте, вот две кнопки зажал, после чего нажимаю ОК, и пульт, собственно, вот так вот подключается. То есть подключать можно несколько пультов. Допустим, если этот разбился, можете подключить новый пульт, точнее купить новый пульт на Алиэкспрессе и вот так вот его подключить. Надеюсь, вам видео было полезно. Ну а как его отключить старый, заходим в настройки, пульты и аксессуары, и здесь вот выбираем отключить. Вот так вот. Кстати, он здесь еще и показывает уровень батареи. Вот так вот. Так что надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока. До свидания.